А вот работает. Через это проходят все. Вот чуть-чуть полегчало. Требуется свобода. Смотрит на людей, как на недостойных. А дай пирожку. Жень, вот там стеклянную баночку. Я не хочу резаться. Так, стоп. Что-то мне не нравится, там что-то горит. Глюки горят. Я, говорит, вас запомнил. На вас смотрит, говорит, я вас запомнил. Она меня ненавидит. Вчера воротник переодела, сделала из него юбку. Руслая очень, да? И ходит такая. Ну, она высокая, да. В новой моде. На. Тра-тра-тра. Нет, ты тут есть меня не надо. Слушай. Нет, она ест нормально с миски. Значит, лиса умнее человека. И сюда. Звезда моя. Опять. А, она вот что, она активизировалась, она пописала. Вот. Да, на, смотри. Давай, я тебе в миску выложу. Давай, давай. Да ладно, только не меня. Только не меня. Пожалуйста, ешь то, что тебе дают. Это она банан выкинула. Это тебя запомнила. А, она всех запоминает. У нее память хорошая. Давай пеленку опять. Да ладно, на, вот, смотри. Давай, давай. Ну, ночью я ей не пихала, она сама ела уже. Пока думала, что ее никто не видит. Она ела самостоятельно. Мяса пока нет, надо ей, кстати, маленькими кусочками. Комитет сказал всех им отчитываться, и мертвых, и не мертвых. Угу. Скажи, мы-то будем жить. Да? Будем жить-то, коза? Что за взгляд такой хитрый, не пойму. Давай. Много как раз собралось. Угу. А если еще выше подниму, еще выше будешь подниматься? Может, все-таки опустишь морду-то? Жираф. Хочет быть лисой жирафом? У нее глаза гноятся, инфекция как. Нет, это брызнуло на себе этим. Ага. Немножко подвпали, не ела, но сейчас, если отожрет, то может ничего. Вкусно. Детское пюре. Сахара нет, соли нет. Ну, вот как оно может быть вкусным? Все они начинают есть почему-то именно с пюре. А потом уже более жесткую пищу. Ну, видимо, сил нет жевать. Как я. Угу. Тебя, может, тоже пюрешкой накормить? Ну, никакое. Вот они едят. Скажи, оно же мясное, и ладно. Нам-то зачем мясо с солью, скажи? Мясо должно быть мясо. Несмотря на ее молодость, у нее такие умные глаза. Сегодня утром вот мы с ней сидели, в гляделки играли. Дикое животное отличается от домашнего, что она мамы никогда взгляд особо-то и не отводит. Сережа сегодня тоже фотограф, говорит, Гена не шевелится, с утра сидит. Я говорю, крышку открывать пробовал, только крышку приподнимаешь, прыг только. Я говорю, так вот, ждет, говорю, когда, Сереж, ты проверишь, руку сунешь, живой ли Геночка? А у него же редкое дыхание, вообще непонятно. Это ж давай еще банку. Не, подожди, мне надо, чтобы она сама ела. Лучше с перерывом. Я лучше банку так вывалю, да, это накрою, чтобы она не прыгала, а ела. Давай, давай. Нужно пирожки вывалить. Да, я ей в прошлый раз кусок печенки вываливала в пюрешки. И в рот ее она раз
вроде лежит, хватит, проглотила. Интересно. Ну так, печеночку-то и скормили. Можно это, грудку куриную, но помягче. Желудки жесткие, сейчас пока и рано. Желудки просто, они более, ну, такие вонючие. Их можно дать просто там порезать мелко, может быть, сама будет. Но это надо на ночь, когда никто ее не видит, чтобы она... На ночь, грудка, как будто бы мы ночью спим, да? О-о-о. В 2 часа мы только пол закончили мыть. Вкусно. И вкусно тебе? Как это, некоторые люди спят? А так бывает? Что такое выходные? Этого года, но она рослая такая. Она большая, она хорошая. Ты хорошая? Ты большая. Это видно, что она молодая. Глупомордая еще. Знаете, вот ее вчера держали, когда у нее прям шерсть, кожа, прям она ухоженная сама по себе, холеная. Нет, она уже не жирненькая, она поосунулась, конечно. Ну, мы ее кормим. Ну, конечно, откормим. Куда нам деваться-то? Надо же лису кормить. Какой-то откармливать надо. Но сильно толстый ты не будешь, ладно? А то печенка заболит. Давай.